Добрый день, уважаемые друзья! У нас сегодня на обзоре воблер от компании Duo Moab 85F. Что же это за воблер? Мы его сейчас рассмотрим. Сначала хочу сказать, что видео приготовлено специально по заказу F-магазин. Итак, давайте на него посмотрим поближе. Великолепный реалистичный воблер, заявлен как плавающий. Длина 85 мм, заглубление от 0,5 до 0,8 и вес 8,2 грамма. Ну, какой он плавающий, мы посмотрим сейчас. То есть плавать он может по-разному. Мы посмотрим, какой угол он занимает. Видно, что он плавающий и стоит абсолютно горизонтально, не заваливаясь ни вниз, ни вверх. Это говорит о том, что к нему применяются определенные типы проводок. То есть, поскольку он является миноу по геометрии, то и проводки для него, конечно, основное – это твичинг. Твичинг и еще раз твичинг. Он, конечно, хорошо работает и на равномерной проводке, дает галсы, хотя и не очень широкие, вправо и влево. Stop and go на паузе всплывает, опять же, также горизонтально. Но твич лучше всего подходит к нему, тогда он точно похож на кормящуюся какую-то рыбку. Облавливает он небольшой горизонт, приповерхностный, до 1 метра глубже его никогда не удавалось завести. При таком весе 8,2 грамма он летит очень даже далеко, потому что здесь встроена система дальнего заброса. Воблер также прекрасно сбалансирован, роллинг у него имеется при проводке и на паузах. Поэтому данный воблер обладает всеми теми характеристиками, которые должен иметь современный воблер. Посмотрим на его окраску. Вы видите шикарные 3D глаза и переливающееся так называемое битое стекло. Окраска, которая будет эффективна в любом освещении, при любых оттенках неба и даже ночью. Он всегда остается заметен рыбе и ее не пугает. Также он шумит, но звук такой, во-первых, не очень сильный и низкочастотный. Рыбу не пугает, а наоборот привлекает. Конструкторы использовали все свои знания и умения, когда делали этот воблер, потому что он, у них компании называют его прародителем, матерью всех воблеров, потому что действительно, если его вот посмотришь на воде, как он лежит, он напоминает настоящую рыбешку, потому что детализация прекрасная. И много очень окрасок, от натуральных до самых ярких, кислотных, gold black, окраски шпроты, желтые, красные и самые различные современные окраски. Но глядя на эти воблера, их уже ни с чем не спутать, потому что компания Duo японская имеет воблера только оригинальные. Кроме щуки и окуня, на него можно ловить баса, форель. Также у меня в качестве прилова попадается часто галаль и ясь. Любая хищная рыба или полухищная может попасть на этот воблер. Далее, что еще можно сказать? Лопатка узкая, поэтому он не упористый. Лопатка уже сделана, ну, стоит она, видите, под углом 45 градусов. Это говорит уже о заглублении. И сделана она из текстолита. Это специальный, легкий, но очень прочный материал. И вот как раз вот эта кажущаяся непрочность, наоборот, эта лопатка держится очень долго. И щуки, ну, вот бывает весь воблер, хотя он очень стоек, пластик здесь хороший, окраска держит, ну вот,
ни сколов, ничего не появляется. Окраска хорошо держит щучьи зубы. Ну а лопатка, бывает, он весь уже изгрызенный, но лопатка остается целой. Кроме того, здесь прекрасная фурнитура, мощная, заводные кольца и небольшие, но острые и мощные тройники. В конце хочется сказать, что я всем рекомендую приобрести этот воблер. Он таким является показательностью, то есть он обязательно должен лежать в коробке, потому что он хорош как поисковик, и с него можно начинать, или как я делаю, например, и заканчивать рыбалку. То есть вот он такой, что собрал в себе воедино все хорошие качества воблеров вот такого класса, в данном случае класса геометрии Миноу. Я рекомендую его всем к покупке. На этом обзор закончен. Всем спасибо. До свидания.